А я у салют всем, с вами Стэймус Бро. Сегодня мы будем смотреть клип Славы Марлоу X Free Fire «Миллион дорог». Это премьера клипа, которая состоялась вот достаточно недавно. Я трек не слушал, клип не смотрел, давайте заценим. А перед просмотром клипа, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайки, ну и пишите свои комментарии. Погнали смотреть клипец. Передо мной миллион дорог, но в конце концов. Так, что тут у нас по качеству-то? Ну, 1080 нормально. Посмотрим, 1080. Я вернусь домой. Пусть передо мной миллион дорог, но в конце концов я вернусь домой. Блин, ну понятное дело уже, что клип-то сделан на высшем уровне, достаточно прикольно. Только начал смотреть, а уже нравится. По треку не знаю пока, давайте еще раз. Так, ну клип сделан достаточно классно. Может реклама какой-то игры, я не знаю, может быть еще, может быть что-то путаю, я не знаю, ребят. Давайте смотреть. Free Fire, видимо, какая-то игра есть, да? Онлайн на телефон. Возможно, не знаю, окей. Понятно, это игра, видимо, да? Короче, что можно сказать? Давайте вначале по клипу. Клип очень качественно снят, очень офигенные эффекты, вся фигня. Блин, мне очень понравился клип, я ставлю 5 из 5. Что сказать по треку? Ну, возможно, этот трек был написан к игре. Как бы, да, там, типа, к рекламе, реклама, вся фигня, возможно. Трек мне не очень, минусовка очень понравилась. Инструментал прям шикарный. По тексту, ну, блин, на четверочку, наверное, из 5. Как-то так. Ну, в общем, прикольно. Прикольный клипец, прям от души посмотрел, как будто в какую-то игру, блядь, сел играть. Ну, прикольно, короче. Так, ну... С вами был Стэймус Бро. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. До встречи. Пока.